Моя миссия. Нет справедливости превыше изначального греха. Каждый утонет. Насладитесь последним пиром, ибо скоро опустится занавес, и грешников вызовут на поклон. Дамы и господа, у нее получилось! Разве можете не поверить собственным глазам, друзья мои? Это магическое представление Лилии Линет! Суть магических трюков — заставить поверить в ложь. Главное при этом, чтобы люди видели. А люди и сами не понимают, насколько уверены, что глаза их обманут. Но на деле, видимое далеко не истина. Это шоу. А раз это шоу, им можно управлять. Управлять как? Выбрав правильное время, правильное место и правильных людей. Тот, кто управляет этими тремя факторами, управляет всем. Но будьте бдительны, и вы сможете обратить ситуацию в свою пользу. Словом, магия — это то, что вы видите собственными глазами. Забавно, но не более того. Давайте кое-что проясним. Вы считаете себя магами, но на сцене вы прежде всего актеры. Актеры оттачивают свое мастерство, чтобы удержать внимание публики. Эх, скука! На что тут смотреть? А когда же мы увидим что-то действительно интересное, отец? Прошу не поясничать в зале суда. Заседание еще не окончено.